так и торопясь, но все-таки заставляет всей командой соперника обороняться. Посмотрите, идут в борьбу у чужой штрафной. Вот Рональдини на Рональдо, того за футболку держали. Пенальти чистейший. Да. Абсолютно правильно. Фриск все видел, и посмотрите, как здорово играет пас бразильцы. Комбинация была великолепна. Если нам сейчас ее покажут, просто можно восхищаться. Да, вот мы видим, мы видим заключительную фазу, когда за майку схватили Рональдо. Ну, даже вот здесь, когда на нем противник висел, умудрился его обойти. Если бы не за захват за майку, был бы просто удар по воротам. Рональдини бьет пенальти. Да, спокойно. Ну, результат сделан, да, можно сказать. Сейчас нападающий просто дождался, когда вратарь начнет вот свое движение в угол и в противоположный направил мяч. 3-0 на 45-й минуте. Да, не завидую я сейчас Дзяньцзиню. Видите, дождался движения вратаря. Хотя он и пытался так обмануть нападающего. Сделал движение лево, потом пытался сделать движение вправо, но уже тут было поздно. Рональдиньо забил третий.